Уфимский планетарий предлагает вашему вниманию новую полнокупольную программу «Приключения Хрумки в зимнем лесу». Программа передает сказочную атмосферу Нового года, самого любимого зимнего праздника и взрослых, и детей. Она создает новогоднее настроение и вместе с тем пробуждает интерес к удивительному миру космоса. Будьте как дома, да ничего не бойтесь. В Башкирском государственном театре кукол смотрите «Волшебные приключения игрушек», и вы узнаете, как и где Дед Мороз мастерит свои поделки, почему Ёж Иваныч выгнал из сказочной мастерской Тарапыгу Недоделкина, и встретятся ли ребята со своими долгожданными игрушками. В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима можно увидеть романтическую историю «Алые паруса», о повторении которой в жизни мечтают все маленькие девочки. В ней рассказывается, как, несмотря на тяжелую жизнь, полную горя, можно не переставать верить в мечту, которая обязательно сбудется. Инсценировка Аллы Решетниковой, режиссер-постановщик Мусалим Кульбаев.